Здравствуйте, друзья! Насмотревшись наших видео о роли женщины в семье там и так далее, человек спрашивает: вот в американской семье женщина, которая не работает, это как? Это вот анахронизм какой-нибудь, нонсенс? Чего общество ожидает от женщины? Вообще, должна ли она работать? И тут вообще как бы несколько линий, что ли, есть в ответе. Линия первая такая, что общество очень многоликое, и на все вкусы, и на все, так сказать, мыслимые сочетания там идей есть люди, которые вот так живут. Поэтому они вполне комфортны в том смысле, что у них нет задачи, чтобы все вокруг жили так, как они. У них есть задача как бы общаться с людьми и жить в таком кругу людей, которые им близки, может быть, вот в понимании там роли женщины там, или там семьи, или еще каких-то ценностей. Поэтому, значит, если люди, даже, я не знаю, ну вот, например, там есть люди вот верующие, я иногда вижу таких вот, значит, там патриархальных верующих, там вот евреев, например, да, и там определенная роль женщины в семье. И я так иногда думаю, их, ну, я-то другого воспитания, я думаю, их, вот женщина, вот у нее там, не знаю, там 8 детей там, или 10 детей, и она ходит там закутанная, и вроде, ну, вот не, а могла бы там, я не знаю, ну, как-то в миру, так сказать. А ей не хочется, она выбрала этот путь, и она живет вот так, поэтому, наверное, у них своя тусовка, потому что я, например, не знаю, в нашем кругу людей, которые бы вот так жили, но у них свой круг, соответственно, они там как-то общаются и так далее. Поэтому много, значит, а есть вот там, да, ислам, а есть там, я не знаю, православные, католики, там, баптисты и так далее. У них какое-то свое понимание, своя система ценностей. В принципе, до рейгономики, вот до 80-х годов, Америка в этом смысле была совсем другой страной, потому что женщины в основном не работали, то и мужчина, его зарплаты хватало, чтобы содержать семью, жену и детей. На одну зарплату вполне, так сказать, нормально было. Но в 80-е вот, как бы была инфляция существенная, и это не сопровождалось, значит, пропорциональным ростом зарплаты. Стало не хватать денег. Соответственно, женщины пошли работать. И вот так прошло уже с тех пор, да, там 30 лет. И мир в этом смысле изменился существенно. Как бы женщины вошли во вкус. Они хотят там, ну, как бы равных прав, не в том смысле, что человеческих, но таких социальных. Они идут в образование, в бизнес, куда угодно. И абсолютно на любой должности сегодня можно увидеть женщину, там, начиная от госсекретаря Соединенных Штатов. Там вот президентов еще не было. А вот госсекретарь, пожалуйста. Поэтому даже не одна. Всюду очень, очень много женщин. И они занимаются вот чем хотят. Вот хотят какую-то карьеру, вот тебе карьера. Соответственно, если у этой женщины есть мужчина, ну, я надеюсь, что есть там как у большинства, соответственно, это должен быть такой мужчина, которому нравится, как его жена, так сказать, функционирует, да, на производстве, там, в семье и так далее, который поддерживает, который гордится, там, может, уважает и так далее. Соответственно, поскольку мужчины все разные и женщины все разные, то вопрос только в том, чтобы пара, так сказать, образовалась, мужчины и женщины, которые, вот эта пара гармонична в своем, так сказать, понимании и совместном функционировать. Вот, собственно, и все. Общество в целом, смотря где вы живете, если вы живете, там, допустим, где-нибудь там в Центральной Америке, части Соединенных Штатов. И там какие-то вот... Вот есть такой термин Bible Belt, вот такая полоса. Значит, там вот верующие люди много. И вот такое специфическое место, очень консервативное, очень такое религиозное. И там свои понятия. Но понимаете, что еще получается? Вот ты можешь, например, не ходить на работу. Ну да, но а что ты делал? Чем ты занят? Ну, если у тебя 5 детей, это один разговор. Если у тебя нет детей вообще... Ну хорошо, а что ты делаешь? Многие люди, у которых материально как бы нет такой проблемы особой, они занимаются какой-то благотворительностью. Нужно же человеку чем-то заниматься. Ну что вот он дома будет сидеть? Ну сел.
Но если у него такой дом, там дворец и там 200 человек прислуги, конечно, нужно как-то вот управлять там, не знаю. То есть у них находится чем заниматься. Может, она в салон там, куда, с подружками. Но человек должен чем-то заниматься, иначе он становится неинтересным. Чем заниматься? А вот какой интерес? Он может заниматься собой. Женщина очень может заниматься собой, например. И это может наполнять ее, так сказать, очень глубоким содержанием. Сколько всего есть в женщине, чтобы заняться собой. Может заниматься благотворительностью какой-то. Невероятное количество людей, вот женщин в частности, задействованы в всяких общественных таких функциях. При школах, при церквях, при госпиталях, больницы, там, я не знаю, какие-то социальные сервисы там для пожилых, для бедных, для инвалидов там и так далее. Поэтому для сирот. Так что есть очень много возможностей так как бы себя занять. И я бы не сказал, что общество от тебя чего-то ожидает. Нет такого общества, вот, которое как-то вот открываешь газету, там «Правда». Вот оно общество. Открываешь газету «Известия» – то же самое общество. Открываешь газету «Труд» – то же самое общество. Понимаете? И вот тебе там Центральный комитет, к нему Политбюро и лично товарищ Брежнев. И вот это все общество. Нет такого. Поэтому общество многолико, многообразно. И оно как бы поддерживает вот эту многоликость и многообразность. И балдеет от собственной многоликости и многообразности. И так бы я сказал. То есть живите как хотите, вот как вам нравится, так и живите. Потом вам разонравится так жить, понравится еще как-то. Живите еще как-то. Вот главное, чтобы вам было хорошо. А общество не только переживет, но очень даже поддержит и одобрит, и поможет, если нужно помочь. Единственное, что здесь помочь, хотеть, чтобы вам помогли, надо попросить, потому что здесь не принято лезть в чужую жизнь. Если человек не просит, чтобы им помогли, то как бы никто и не пристает. Но если попросил, то радостно бросаются помогать. Так что вот как бы надо понять вот основные такие базовые направления, что ли. Вот как функционирует общество, и все. И получаю удовольствие от жизни. Вот абсолютно никто никому ни с чем не цепляется. Вот. Ни с весом, ни с ростом, ни с акцентом, ни с лысиной. Не с кривыми зубами там и так далее. Ходи как хочешь. Но хотя вот с кривыми зубами не принято. Я хочу сказать, что ставят braces, да, то есть как-то так выравниваются. Вот. Я думаю, что не потому что общество, а потому что ты не хочешь выпадать из этого общества сам. Хочешь с кривыми, ходи с кривыми, всем пофиг. Хочешь телесами колыхать, там, натянул на себя три кошечки обтягивающие. И идешь там все свои там 160 килограмм там выставляешь на обзор. Нормально, никто даже внимания не обратит. Главное, чтобы тебе хорошо было, когда ты ходишь и колышешься. Вот, собственно, и все. Так, ну что же, господа, вписываемся в поворот и уходим в нужном направлении. Все, я считаю, что на вопрос ответил.